Итак, дорогие друзья, мы собираем вот такие разные модельки. Вторая мировая война, современные войска от компании «Звезда». Если зайти на ее сайт, прям в Яндексе набрать, очень много интересного. Но обращайте внимание, кстати, на масштаб. 1 к 72 – это вот такие вот маленькие солдатики. Вот они, конечно, очень интересные, собираются без клея. Советская рота автоматчиков. И, собственно, у нас, я их закупаю вот на Валбересе. Это вот у нас американцы с джавелинками. Вот они будут вот так выглядеть. Пулемет, джавелинг, наблюдатель, что ли. Ну, в общем, полный расчет. И есть для чего? Для занятия по стратегии. Сейчас я вам покажу. Во-первых, прежде чем начать стратегию, то есть мы изучаем топографию, изучаем устав, и после чего переходим к большому масштабному тактическому полю. А еще у нас ребята собирают, вот она приходит вот в таких вот решетках, модельки. Они собираются методом стыковки. И что мы получили? Сейчас я покажу. Вот, то есть у нас будет какой-то участок местности, у меня уже там есть танк, сейчас еще идут немцы ко мне. И мы, соответственно, командиры расставляют, захваченная точка отмечается флагом, а непосредственно передвижение, например, тех же солдатов по полю идет на основе кубиков. То есть кубики кидают, сколько у тебя идут бойцы. Вот я сейчас покажу бойца в лицо. Такая от компании «Звезда» довольно сильная детализация. Чуть плохо фокусируется, да? У него снимается плащ, и правая рука, она движется. То есть мы можем перемещать, они пойдут, например, за танком. Масштаб 1 к 72 модели. То есть вот автоматчики. Снайпера, минометчики, орудия подкатят, пушка. Вообще вы можете посмотреть, как выглядит игра от компании «Звезда» непосредственно у них на сайте. У меня уже готовы модели немецких самолетов, то есть еще подключение авиации. То есть у вас идет разделение удара артиллерии, авиации, бронетехника, пехота. Вот, соответственно, служба обеспечения можно подтягивать там, то есть обслуживание. Это все дает возможность развивать стратегическое мышление. И дополняем мы еще, я вам покажу наш класс для занятий стратегии, мы сейчас оформляем, где довольно много уже скапливается вот бойцов. То есть мы можем скомкать там, грубо говоря, какую-то бумагу, изобразить высоту, покрасить ее, из поролона сделать деревья. Проволокой спиральной намотать он на карандаш, у тебя получится спираль Бруно, то есть преодоление инженерных заграждений. Вот. И, соответственно, вот, дополняя вот звуковым оформлением, вы можете развернуть целую штабную игру, где отряды, общаясь там по полевой связи, рациям, применяя игру «Морской бой», будут атаковать друг друга, нести потери, подвозить медпункт, там, разворачивать, использовать белую там, марлю или бинты, там, пропитанные краской, как маск-сети, чтобы замаскировать там, вот, или создать эффект дымовой завесы. То есть это все вот, позволяет отрабатывать все основные аспекты стратегии современного боя. Так что буду держать вас в курсе и в ближайшее время покажу наш учебный план местности.